Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено книгам. Если вы не любите читать, то я вас не держу. Если же вам это интересно, то оставайтесь со мной. Был как-то у меня запрос. Я знаю, что у меня было много запросов. Я его даже сейчас прочитаю. По крайней мере, то, что я себе записала, возможно, он звучал как-то по-иному. Какие книжки я читала? Обзоры, мнения. В общем, и в скобочках у меня «Волкодав» Мария Семенова, это чисто для себя пометила. Сначала я думала чисто сделать обзор по самому «Волкодаву». Читала я его аж 13 лет назад где-то, ну, в общем, 10 лет назад точно. А потом я решила, что у меня, в принципе, самой Семеновой вполне не особо много книжек, и они практически все одной тематики, в основном-то в свое время называлось «Славянская фэнтези», и, в принципе, можно их обозреть у всех. И, пожалуй, я начну сначала большой такой книжки. Ее у меня еще в свое время заказывала моя мама. И она у меня успела побывать в свое время у Ани Толкачевой. Это у нас там одна такая поэтесса. Еще у кого-то. Ну и, соответственно, потом как Аня приобрела себе такую же, и книжка вернулась ко мне. Книжка очень вполне себе такая большая. Ей можно кому-нибудь шандарахнуть. Ну да, я такая добрая, у меня такие добрые мысли. В общем, это Мария Семенова, мы славяне. Ну, понятно, что это, в принципе, практически энциклопедия, популярная энциклопедия, вот она вот такая вот. Я думаю, что ее, в принципе, можно, даже нужно, наверное, иметь у себя дома, держать у себя дома, если хотите. И даже вот там по истории расти, там, ну, славян или еще что-то там пригодится. Или по учебе, я писала как-то какую-то там работу, то ли в Кульке, то ли в Пире, то ли и там, ну и, соответственно, к ней обращалась. Сделана она у нас в Санкт-Петербурге, издательство «Акуска» в 98 году. Ну, тут куча благодарностей, и, насколько мне известно, Семенова, кажется, еще писала, не знаю, как сейчас, всякие такие детективы дурацкие, ну, такие, да. Как типа Дарьи Донцовой. Ну, есть, наверное, фанаты Дарьи Донцовой, для кого-то она это пишет. В общем, я просто зачитаю примерное содержание, ну или покажу даже его. Не знаю, там, видите, не увидите. Хотя мне говорят, что у меня с этой камерой видео качество стало лучше. В общем, ну тут содержание от автора, потом мировое древо от вершины к корням, бла-бла-бла. Мир человека между своими и чужими. Потом человеческая жизнь, как смерти к рождению. Ну там тоже еще подглавки такие всякие. Так, жилище, поселение. «Мой род, моя крепость», «Придение и качество одежды». Слушайте, давно не заглядывала в нее, забыла уже, что тут. «Украшения, оружие ближнего боя, лук и стрелы, доспех». Я думаю, что вполне такая всепоглощающая все стороны этой славянской жизни книжечка. И, ну, наверное, она потом переиздавалась. Тут даже такие что-то типа рисунков есть. Вполне такая познавательная и интересная. Ну и написана довольно таким простым, легким языком, ну, по крайней мере, мне так кажется. Без всякого мелкого текста, где пока читаешь, уснешь. И забудешь, зачем вообще залез сюда. Давно у меня не было книжных обзоров, да? Так. Ну вот. Это типа все. Серега Маюн, насколько я помню, в Ярике у товарища Ковральского был такой журнал самопальный «Я Маюн» или что-то типа того, книжка какая-то, ну, с таким же названием. В общем, вот такая вот у меня есть книжка, это первая, наверное, часть. Дальше я не помню, как они у меня собирались, а потому что с Волкодавом я познакомилась совершенно случайно в деревне у двоюродного деда, наверное, так сказать, в общем, там, где у нас дача, где у нас пчелки, а в общем... Бабушкиной родной сестры муж. Я как-то пришла, что-то у него часто брала книжки почитать, и он мне какую-то такую презентовал, говорит, ну, если понравится, говорит, забирай себе. Так, как бы мне еще так перейти, у меня тут... Да, вы мне много кто пишете. Спасибо, наверное, это круто, когда тебе пишут, и ты типа этот блогер. Еще хочу сказать, это вот почему я тут стала реже записывать. Для меня вдруг дошло, что видеоблогинг это мое хобби. Раньше я просто писала, честно сказать, как бы так сказать... цензурно, на отвяньте, на отцепись, ну как-то вот так вот, записала видео, чисто вот, ну там были какие-то, продумывала, что-то так вот в голове зрело, там
что-то делала, как вот все делают или типа того. Ну, раньше писала чисто, чтобы был повод поговорить даже так вот из-за Аленки. Сейчас для меня вдруг это как-то дошло до мозга или еще до чего-то там, может быть, до сердца в образном смысле. И это для меня стало хобби, а хобби своими я очень долго раскачиваюсь, меня надо долго пинать. Меня тут на днях приспичило поиграть на пианино, правда, я не могла найти ноты, по которым обычно играю. В результате я просто открыла крышку, пару раз щелкнула на клавиши, там где-то на пятой октаве в самом верху, справа. И закрыла, думаю, потом на следующий раз, когда достану, найду эти ноты все-таки. Там еще кто-то просил на видео-то записать эти ноты, в смысле, как я играю. Короче говоря, стала я как-то это воспринимать видеоблогинг именно как хобби. Сейчас у меня хобби пока, ну, в основном спинка нашего япониста, перевешивая сканвей. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, как-то это буду ответственнее подходить теперь к видеозаписи. Ну и вот вы мне там пишете, иногда пишут так просто для отписки, иногда что-то такое большое, иногда даже какие-то стихи, потом читаешь, 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 а потом выясняется, что человек сам вроде не читал эти стихи. Иногда скидывают стихи. Не, я ничего плохого не хочу сказать, но, люди, вы сами вот это читаете перед тем, как мне скидывать, потому что там, ну, что-то такое, тоже не хочу никого обидеть, надеюсь, это все-таки были не стихи, написанные подписчикам, потому что вот в свое время я очень много этих стихов перечитала, особенно когда у нас там витой, надо было писать рецензию на кого-то, но, правда, я потом это все это скинула на своего приятеля, в основном Диму. Ну и потом, ну, я не знаю, потом я как-то говорила, короче, он мне выдавал рецензии, я их читала вроде как от себя. Дарил он мне эти рецензии. Ну, короче говоря, иногда вот просто напрягает, иногда, знаете, я сижу такая уставшая, я не знаю, из какого терпения вам отвечаю. Это не призыв к тому, что не пишите мне там, если хотите, можете писать и не кусать. Но иногда вот бывает очень уставшая. Меня там достают друзья, которые я знаю в реале. Друзья, которых в основном знаю по переписке, но давно общаюсь, но видела, может, в жизни раз в сутки. Один раз вообще. И те, кого я вообще не знаю. И иногда сидишь, блин, как бы так это. И ответить, и чтобы дошло, что я тут уставший и никакой, и человека при этом не обидеть. Ну, в общем, я тут пытаюсь как-то перейти к тому, что, оказывается, есть люди, которые в свое время не успели в эти дурашные сериалы приветов. Я тут разбиралась на своем канале, делала какие-то плейлисты, начала делать заново там, чтобы куда-то покидать по тематике. Короче, вот потом этот плейлист этих приветливых видео. И кто-то, оказывается, некоторые, я так понимаю, ну, видимо, был человек, может, еще какие были, но одна девочка мне написала, я так поняла, что она 3 месяца долго думала, кусаюсь я или нет, оказалось, что не кусаюсь. Ну и, в общем, жаждала она приветика. Это чисто исключение, если там еще кто-то будет вдруг после этого писать, я помню, тогда делала какой-то обзор там вопросов от какой-то подписчицы, тут же в личку, ой, у меня тоже тут вопросы, та-та-та-та-та-та-та, сейчас тут цирк устроим этого шоу «Поле дураков», как у меня называла его родня. Ну, короче говоря, привет, девочки. Девочка оказалась читающая, что меня радует. Обычно школьники как-то в последнее время, по крайней мере, мне сложилось впечатление, что школьники как-то современные не очень любят читать. Девочка, так поняла, читать любит. По крайней мере, даже по общению, по языку было понятно, что там не только что-то такое, типа интернет и куча пабликов для тех, кто думать не умеет в репостах. В общем, очень постараюсь произнести правильно. Яночка Анна Рубинская, привет тебе и твоей маман. Спасибо, что вы меня смотрите. Ну и перехожу теперь к Волкодаву. Я, честно сказать, не знаю, какой он сейчас в плане вот этих плюс 12, плюс 18 этого, плюс и циферка возрастное ограничение, но я его читала где-то лет 18 мне было. Там вроде таких каких-то сцен, травмирующих психику нет, но психологические проблемы всякие обсуждаются. И если вдруг там в книжках, ну, в интернете посмотрите, если вдруг там написано плюс 18, то ладно, ну дождитесь до 18-летия, это прочитайте, или до введения закона в нашей стране, если вы в ней находитесь, до, допустим, до отмены этих плюсов. В общем, я тут расположила книжки специально в сети, посмотрела, честно признаюсь, что я не помню уже, какая книжка зачем идет, правда, то нашла в самой тут книжке. В общем, выяснилось, у меня это чисто 5 книжек Волкодава. Оказалось, что в 2014 году вышла еще какая-то книжка.
Но мне кажется, уже вот он настолько законченный, абсолютный был, что вот что-то там продолжать, это, ну, как вот иногда идет сериал, и вроде надо поставить точку, а он все равно идет, затягивается. Те же самые филлеры в Fairy Tail вообще ни к чему высосаны из пальца. Я знаю, что были, кажется, сериал и какой-то фильм по Волкодаву, я их не смотрела. Я пыталась смотреть Волкодава, но это было какой-то изврат, честно, для меня. И чтобы не разочаровываться в книжке, как это было со мной относительно Анжелики, не помню автора, Серж Анна Галле. В общем, Анжелика, которая такая Анжелика в 90-х была популярна. Можете кидаться в меня тапками относительно этого в комментариях, но не забудьте, что вы кидаете свой монитор. В общем, Волкодава, я знаю, что по нему игры были. Я пыталась смотреть этот фильм или сериал, он мне не пошел. И благо, что не пошел. Ну, в смысле, благо, что не дала ему шанс. В общем, первая книга, это я читала со второй, в общем. Это вот национальный бестселлер Марии Семеновны Волкодав. «Пробил час мужества» или «Пробил час мужества». Вот у нас Мария Семенова внезапно. Я даже забыла, что она тут есть. Вообще, знаете, иногда лучше не знать, как человек выглядит. Я когда некоторые группы вот слушаешь, клипы я вообще никак не воспринимала. И вдруг где-то увидишь, мама. Ну, вообще, впечатление другое, ощущение другое, там, не знаю. Ну, в общем, не надо лучше знать. Вообще, я даже его рисовала, и тогда в 2004 году меня торкнул. Ну, в общем, я перестала общаться с толкинистами и стала общаться с мотоциклистами. И девочки там, девчонки, короче, когда ко мне приходили, как раз это был пик того, что я много-много рисовала по ночам в основном. У меня был какой-то такой рисунок, мне сказали, о, типа я Грота, я говорю, Волкодав нарисовалась, вот здесь подправить. Они там искали какие-то схожести с общими знакомыми. В общем, если я его найду, то поставлю на заставку видео или просто там куда-нибудь ссылку скину. О чем оно? Ну, соответственно, о мальчике, который был там в каком-то племени, Кацавенов, я сейчас, возможно, спутаю. Потому что действительно читала очень давно, но она меня затянула. Тогда я общалась с одним парнем, к нему, признаюсь, честно, неровно дышала, и он как-то у меня ассоциировался с Волкодавом, даже по характеру и тому подобному. Ну, тут он, Волкодав считает, что это в семье матриархат, женщина святое. Это круто, когда человек считает, что женщина святое. Ну, не до фанатизма, конечно. И вроде как там тоже было какое-то такое отношение трепетное к женщинам, ну, соответственно, у меня он ассоциировался с Волкодавом. Потом я дочитала эту книжку до конца, к тому моменту, кажется, я уже перестала общаться с этим молодым человеком, благословит его какой-нибудь бог. Ну и это получилось так, что совпало, что я стала общаться с толкинистами, поимела имя Айве, ибо крылатые эльфы у них не котировались. Ну и, соответственно, как раз вот начала читать Волкодава, там какие-то, я не помню, какие-то книжки, может, у меня там девочка тогда, она как-то ассоциировала, что они тоже это читали, может, просто параллель была, но это уже реально давно так очень было. Ну и тут у меня уже эта подпись Айве, Айве Форевер, блин. Печати, правда, нету. Хотя у нас была печать у дедушки, это домашняя библиотека, и в той части комнаты, где у меня сейчас завал книг, точнее, в той части квартиры, где у меня комната, со стеллажом книжным завалом, там у меня как раз вот на них есть печать. В общем, сама серия, это те пять книг, которые у меня есть, это значит Волкодав, Волкодав право на поединок, Волкодав истовик камень, Волкодав знамение пути и Волкодав самоцветные горы. В общем, оно чем-то напоминает, вот сейчас даже вспомнила вот это название самоцветные горы, там он попадает, да я, конечно, говорю сумбурно, это... Если вас вдруг заинтересовал Суэт этот сумбур, то я буду вообще рада очень, потому что надо было, конечно, наверное, хоть чуть-чуть пролистать их там, аннотацию я все типа почитала, но чисто чтобы хотя бы вспомнить, какая книга за какой шла. Короче говоря, там где-то местами он попадает в рудники. Местами там есть параллель с ассасинами. Секта какая-то такая. Я не помню название. Если вам интересно, прогуглите Волкодава в Википедии, почитайте и узнаете. В общем, там параллель с ассасинами, там параллель со славянами, там, с язычеством, вот это, ну, реально такое славянское фэнтези, вроде как и земля, вроде как и не земля, непонятно где, какой век, какой год, какая конкретно страна, но очень интересно. Вот я когда перелистывала сейчас эти книжки, доставала с полки, попутно общаясь, через раз там отвечая Яночке, и получилось так, что чисто в голове вспоминается вот параллель с Робертом Сальвадоре «Темный эльф».
которые я так и не дочитала. У меня половина где-то книжек еще. Ну, может, две трети я прочитала. Они у меня... Вообще, я к нему возвращалась 2 года назад, последний раз, когда я лежала в деревне на гамаке. У меня уже 1,5 года, как гамака нету. Принял он, так сказать, хлопнул ластами, короче говоря. В общем, эта книжка 2004 года, тоже азбука издательства, и тоже Питер. Ну, в принципе, можно прочитать, наверное, ну, нет, аннотация так, когда какая-то вообще книжка не связана. Ну, соответственно, был такой мальчик, идет он на инициацию от мальчика стать мужчиной, и где-то там нападает на них там, вообще сумбурно, но где-то нападает на них это племя людоедов, и он так вот 11 лет ждет этой мести, ему 23 года, он хайрастый, седой мужик, с кучей шрамов, выглядит как 40-летний. И... хранит девственность до свадьбы Нини. В конце книги он, кажется, в общем, он перевоплощается в собаку или в волка, что-то такое вот между волком и собакой, да, вот, туды-сюды. Насколько я помню, сейчас в голове выплывают у него тут такие вот, блин, так на Майя расмахивал, какие-то такие бусинки в волосах были, и девочка какая-то ему, будучи там еще ребенком, видит эту собачку и дает ему там какую-то бусинку. Это считала, что типа она бы как бы вот так это захомутала, говорит, все, ты теперь мой мужик, никуды. Ну и он ей хранит верность, и там где-то в конце уже, посередине книги, кстати, книга, это там, кажется, если по хронологии, то, кажется, с третьей или со второй надо читать вот так, ну а если по порядку, то вот как я прочитала, потому что там как-то оно возвращается, время перекидывается туда-обратно. И тому подобное, в прошлое, в будущее, настоящая девочка, по-моему, кажется, Полюшка или что-то такое. В общем, соответственно, у каждого племени свой тотем. У него, как понимаем, волкодав, у него не помню, кто ее вроде как выдает замуж за какого-то зайчика или что-то в этом роде, или крочка. Ну, какое-то такое животное, в смысле мальчика племени, поклоняющегося этому животному. И ситуация такая, что они оба вроде как любят других и жениться-то не хотят, но вот выдают их. Не помню, как получается, но в результате, в конце книги, в конце истории, он, соответственно, с этой девочкой. И он носит на волосах, вот когда перевоплощается в человека, эту бусинку. Вообще, где-то она должна была быть, эта бусинка, на какой-то из книжечек. Но вообще, книга очень классная, тоже читается довольно легко. Тут вот начинается «Замок людоеда», первая главка. Ну, даже просто прочитать вот хотя бы частично эти главы, название «Замок людоеда», «Хрустальная бусина», вот как раз это самая бусина, все-таки у меня в памяти еще что-то остается. Купец едет в город, старый мастер, переспорит жреца, старик и старуха, никто, прогулки верхом, да, кстати, никто, насколько я помню, это как раз вот эти самые люди из секты, копирующие ассасинов, и у них где-то под мышкой есть клеймо, в виде, ну или татуировка в виде знака огня перевернутого. Я, правда, не очень представляю знак огня перевернутый, что именно там имеется в виду, то, что рисуют на мотоциклах или что-то другое. Прогулки верхом, серая шерсть, чужая невеста, не та, песня надежды, песня смерти, кровавый враг, правда врагов, последняя страница. Ну и написано на последней странице, последняя фраза, значит, 1 ноября 92 года, 7 февраля 95-го. Ну, это когда оно писалось, соответственно. Так, книжка вторая, значит, вторая, вот это «Мария Семёна Волкодав 2», он же «Право на поединок» в 98 году вообще изданный. Вообще, Москва, Алма Пресса, Петербург, Нева. В общем, ну, видно, в каком состоянии. Книжка мне досталась, как я уже говорила в начале видео, от дедушки моего двоюродного. Ну и да, он у нас читающая родня вообще. Ну и, ну, меня тогда заинтересовала эта книжка, я стала искать начало, конец, продолжение. Ну и, соответственно, забрала, я не помню, все ли я сама покупала, или мне кто-то дарил. Какую-то книжку я помню, тогда у меня девчонка знакомая училась в Москве, потом работала, ну, сейчас она до сих пор там живет уже на ПМЖ. Я через нее просто вот отдавала ей деньги, там она покупала мне и привозила с сессии домой, когда приезжала, и, соответственно, мы с ней встречались, обмен был, или наоборот, ей она привозила книжку, а потом деньги, как-то так. Ну и тут, да, роман «Волкодав. Право на поединок» является продолжением ставшего национальным бестселлером «Волкодава». Новые опасные приключения ждут последнего воина из рода серого пса. Да, вот он был из рода серого пса.
Бортник и его сын. Ну, понятно, что хоть там в Википедии написано, что Мария Семеновна говорила, что это совершенно другая страна, другая земля и тому подобное. Тут конкретно такой косплей православия, косплей всего мира, ну, тех же даже ассасинов и Бортник. Ну, одно и то же слово. Ну, понятно, что это пчеловод, да? Если непонятно, то загуглите в Яндекс. Как мне тут сегодня сказали, ко мне можно... Не мне, соответственно, человеку. Можно задавать вопросы, только если ты в интернете, в гугле ничего не нашла. Вопрос, нахрена тогда общаться, да? Ну, это ладно. Все люди разные. Ну, в общем, вот она, вот такая книжка. Скотчиком заклеенная. С 5 ноября, с 1 ноября 95 года по 22 октября 96 года. 618 страниц, не поверите. И тоже можно кого-нибудь долбануть. Вот эти уже идут, они поменьше. Ну так, третья книга, это «Волкодав и Ставик Камень. Правила боя». Вот тут опять наша Маша. Вот с косичками такой. Рваненький, драненький. Это тоже Питер, Азбука Классика, 2003 год. Ну, тут, видимо, про рудники, судя по картинке, но я надеюсь, что ее все-таки видно. Хоть она и черно-белая такая, не особо понятная. Блин, вот по... исправляешь свой кривой тайп в 5-то утра, все черно-белые картинки воспринимаются как манга и ищутся звуки. Это уже маразм, наверное. Книга описывает приключения последнего воина из рода пса, великого пса, рода серого пса, до начала событий, произошедших в романе «Волкодав». Время рабства, подземные рудники, вот, не зря угадала по картинке. Страшен каторжный труд, но еще страшнее, когда бывший друг превращается в злейшего врага. Насколько я помню, у него там этот приятель стал насмотрщиком или что-то в этом роде. А те, кому... потянулась душа, один за одним уходит небытие, другим выходит небытие, многоточие. Чтобы отвоевать свободу и сохранить себе человека, мальчик по имени Щенок становится волкодавом. Вот такие дела. Издано сначала было в 2000 году, а потом переиздание видео. И ставит камень. Тут у нас страничек действительно меньше. Кстати, писалось уже в июне-октябрь 2000 год. И прикиньте... видимо, мне дико это понравилось. Ну, там видно, надеюсь, что написано нереально. Как-то ручкой черной пастой. Тут у нас 378 страничек всего лишь и 10 глав. Последняя «Волкодав», знак восклицания. Такая вот книженция. Так, четвертая у нас это «Знамение пути». Ну, тут два в одном. Раздвоение личности, наверное, сам мужик, пёсик. Так, издание 2004 год, огромная такая аннотация, мне ее, откровенно говоря, лениво читать в 96 году, потом переиздание 2003. Сейчас глянем, да, тут только 8 глав у нас, при этом 410 страниц, и не написано, когда это писалось, видать, уже не суть важно считается. Кстати, цена, не поверите, тут еще есть цена. Карандашиком 139 рублей стоила книжка. Ну, в общем, я думаю, просто много уже говорить о тех, что дальше не стоит. Основное вроде как рассказала. И последняя книжка, которая у меня есть. Я считаю, что это все-таки последняя книжка, а не то, что в интернете потом спустя 10 лет писалась. Я считаю, это денег ради. Ну, знаете, когда группа была, распалась, а потом я через 20, слушайте, давайте соберемся вместе с любим бабла, проиграем свои старые там песни, хрен знает какой издание давности. Но это уже как-то не то, особенно если там кто-нибудь помер. Ну, это к группе относится. Это чисто мое мнение. Имхо. В общем, Мария Семенова, «Волкодав», «Самоцветные горы». И вот тут как раз вот и написано, что почем, точнее, что зачем идет. И тоже 2004 год, и тоже Питер. Ну, я оно уже издавала в 2004, уже не было переизданий, по крайней мере, у меня. Дальше-то после фильмов, я так понимаю, там что-то вышло уже такое набантованное. Знаете, когда вот что-то такое малоизвестное, и тебе оно нравится, но когда это становится
много известно, и всем нравится, оно начинается какое-то уже ширпотребством отдавать. Поэтому, наверное, мне нравится это как-то так, ну, редачить Мадоку, да, или расконлетить Судзуня полноценно. 408 страниц тут уже. И цена. По ходу дела 120 ре. Подешевела книжка. Относительно предпоследней. Так я не знаю, сколько я тут на камеру трындычу и как она вырубается, если закончила время писания, то, наверное, надо уже слегка закругляться, потому что у меня еще две книжки. В общем, дописано это было 11 ноября 2000 года и до 21 июля 2003. Можно сказать, 4 года писала практически, ну 3,5. В общем, еще у меня тут две книжки. Мне вообще кажется, что у меня еще какая-то была, но это было давно, у меня брали почитать, а обычно некоторые... Ну, чаще всего люди возвращают, конечно, книжки, но есть такие, которые возьмут, потом узнаешь, что они взяли уже там через не знаю откуда, в лучшем случае одни, в худшем случае еще от кого-нибудь, и назад уже не возвращают. Это тоже Мария Семенова, естественно, «Поединок со змеем», герой этой книги, «Древние боги, викингов и славян». Вот такая вот книжечка. Ну, я думаю, уже понятно, что мне нравилось читать исторические книги. Хоть я, кажется, в каком-то видео говорила, может, вопросов-ответов или еще что-то, что мне нравятся исторические книги исторической направленности. Ну, это такая вот художественная литература, типа такой исторической, с историческим моментом. Но, думаю, на всякий случай, наверное, надо было упомянуть это. Фэнтези тут тоже в свое время, своего рода тоже какая-то история. Хоть тут вот здесь конкретный косплей, вот тех же ассасинов, но все равно это как-то интересно. И была там как-то такая фраза «проклятые рудники». У меня даже подружка тогдашняя, Настя Барбашова, в общем, мы с ней уже давно не общаемся, очень сильно разошлись интересами. И тоже благословит ее какой-нибудь бог, она в свое время вдавала эту фразу, когда кашляла, у нее астма была. «Проклятые рудники». 2006 год, Мария Семенова, «Поединок со змеем». Тоже Питер, тоже азбука. Так, тут у нас аннотация есть маленькая. В увлекательной форме магического романа автор реконструирует славянские и скандинавские эпосы. И оживают древние русские боги, и поет в своей кузнице под рев пламени и шипение искры славный Киев. Гремят перуновые грозы, строят свои козни Чернобог и Маранам и повелители тьмы. Надо было все-таки мне какую-нибудь чай налить, потому что что-то у меня уже слегка было того. 9 миров, скандинавские мифы. Сейчас уточним. Ну, в общем, вот тут книжка, в принципе, тут получается две книжки, две в одной. Это сначала скандинавские мифы идут, 9 миров, бла-бла-бла. Потом, типа, рассказ, наверное, такой, две грозы. И уже дальше поединок со змеем, славянские мифы. И, может быть, это все одно и есть. Судя по диалогам, это, наверное, все-таки все в одном. Не две в одном, а все-таки одна такая книжка. Просто тоже как есть. И вот это вообще она мне долго была у моей сестры одной. Она тоже, видать, вообще она, по-моему, читает все подряд. «Лебединая дорога» Мария Семенова. Она мне очень-очень нравилась. Тогда я что-то по ней перлась. Ну, тоже у нас опять тут Маша наша. Книжка 2004 года, тоже азбука, и, ну, и, соответственно, Питер. Ну, хотя, в принципе, тут где-то понятно, что это азбука, вот маленький такой треугольничек. 512 страниц. Стоит, по ходу дела, на из двух книг. Да, книга первая «На чужом берегу», и книга вторая «Дочь бога во внуки». Ну, понятно, что тут, ну, славянская фэнтези, ну, и, соответственно, понятно, чего тут такое. Мария Семеновна, автор знаменитого «Волкодава», бла-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 бла, русская фэнтези, оказывается. А я его славянским назвала. Ну, да, в принципе, не суть, одно и то же. «На морском абордажном бою и в стенах пылающего города снежных...» Ну, короче говоря, ничего... По сути, книги тут нету в аннотации, но именно вот то, что оно такое. Славянское слегка. И написано оно, не поверите, раньше, чем «Волкодав». Это 1 августа 80-го, 21 марта 84-го. Ух ты, мне...
Как выяснилось, в общем, видео у меня, кажется, записывается максимально 29 минут 50 секунд. Ну и что-то там у меня, пока говорила, оборвалось. В общем, остановилась я на том, что книжка писалась до 21 марта 1984 года, то бишь мне там стукнуло уже месяц с чем-то, можно сказать, наверное, месяц и хвостик. Сейчас я вспомню, кстати, какая из них. Я сейчас это все пересмотрела. Да, вот это вот как раз «Лебединая дорога», которая мне очень нравилась. Ну и что, я все-таки решила записать эту оконцовку. И если вы все-таки осилили эти 29, наверное, уже 30 с чем-то минут до конца, ну, я очень, конечно, рада. Мои труды, точнее, мое говорение, мой уже слегка пересохшее горло прошли не зря. Извиняюсь, я зеваю. Я в последнее время ложусь очень рано, встаю тоже очень рано. Не поверите, 7:30 утра. Ну и, в общем, короче говоря, если вы досмотрели, заинтересовались, то я очень рада. И если вы пойдете потом в интернет какой-нибудь, ну, по интернету лазать, искать эти книжки, там какой-нибудь магазин книжный свой офлайновский или библиотеку даже, ну, что думаю, в некоторых библиотеках, наверное, все-таки есть что-то подобное. И если вы возьмете почитать, либо в интернете почитаете онлайн, да, это чтение, или даже себе приобретете, то я буду очень рад, потому что хорошие книжки должны все-таки быть дома. И хорошие книжки надо продвигать в массы. Пусть из волкодава там и сделали какое-то непонятно что. Но, наверное, с какой-то стороны это круто, больше массовости, и больше людей про это узнают. Ну, в общем, пусть будет как есть. Но остальные книжки, я не знаю, по-моему, их вроде не экранизировали, хотя я конкретно в танке. Ничего сказать не могу. В общем, я тут уже поутащила сколько-то книжек, у меня осталось только две. Вот эти вот, отдельные от волкодава. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада и до новых встреч. Пока!